Всем привет! Вы на канале художницы Натальи Рязановой. В этом видео я расскажу о картине «Роза». Произведение «Розы» вызывает эстетическое наслаждение. Грациозные, изящные движения балерин вызывают к легкости и воздушности души. Огромное наслаждение любоваться на танцующих. Красота и грация каждого жеста, движение кистей рук, ног, пластики всего тела передает чувственную эмоциональность персонажа. Балерины изображены на фоне распустившихся роз. Даже одежда балерин воплощается в бутоны цветов, тем самым затрагивая самые прекрасные струны души. Визуальная красота балерин, изящество движения, благоухание цветов пробуждает любовь в душе. Легкий шелест лепестков изумляет внимание зрителя. Балерины будто сами собой воплощают первозданную красоту природы. Цветовой колорит роз написан от нежно-пастельных оттенков до насыщенно-алых цветов. Передает гамму чувств и буйство эмоций. Заставляет трепетать струны души, вдохновляя на добрые созидающие поступки. Балерина в нижней части картины, подобно цветку, выплывает из бутона. Легкий шелест лепестков завораживает внимание зрителя. Мы видим и чувствуем фактуру шелковистых лепестков. Темные плотные тона холодных оттенков выражают глубину души. Словно из темноты плавно появляется нежный свет любви внутреннего мира. Балерины танцуют такт мелодии звука, словно впитывают в себя всю красоту музыкального искусства и выражают ее в своих движениях, завораживая внимание зрителя. Грациозная фигуративность произведения и сочные насыщенные цвета, сливаясь воедино, концентрируют энергию ошеломляющего эффекта красоты, который состоит из ласкающих мелодий звука, грациозной пластики тела и сладостного благоухания цветов, что благотворно влияет на чувственное восприятие зрителя. На произведение балерины словно теряют тяжесть земного притяжения, перевоплощаясь в персонажа балета, приобретая бестелесную хрупкость и легкость, истончаясь до прозрачности лепестков роз, своими движениями рисуя красоту линий и создают сказочную волшебную атмосферу. Зритель, любуясь на балерин в произведении, словно сам попадает в мир красоты, нежности и наслаждения, теряет тяжесть земной жизни и растворяется в красоте искусства. Невесомость тел балерин подчеркивает пуанты, что еще больше создает воздушную атмосферу в картине. Балетные пачки написаны свободно и легко, что показывает динамику в произведении, создают движение балерин и передает легкий ветерок и аромат цветов. Роза – это символ любви и страсти. Девушки окутывают зрителя легкой сладостью, со всей нежностью касаясь души человека, приподнимая над земной суетой. А вы подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и комментируйте.